Ты остался один, Ракуха. А ты не ссы, братуха. У меня есть пуха. Компания «Не та кнопка» представляет. Наконец-то дождались. И релокализация Black Squad в СНГ. Ну давай, Ракутагин, поделись своими эмоциями и впечатлениями. Как тебе Black Squad в СНГ? Ты знаешь, весьма неплохо. Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги. С вами Маркет, Капитан Очевидность и Black Squad. Игра, на которую мы когда-то уже... Ох, нифига себе! Ох, тихо! Ой, хорошо, жирненько! Так... Headshot, baby, you got owned. Спочина, мрачина! Благодарю, Нарина. Игра, на которую мы когда-то, друзья, уже делали видео, это был пробный нагиб. И теперь у нас пробный нагиб в СНГ. Именно так. Компания Innova локализовала Black Squad, и теперь у него есть полноценная озвучка, во всяком случае описание и так далее, менюшка. Вот. Кстати, расцветка у оружия прикольная. Да, есть такое. Расцветка называется «Бабушкин ковер». Как я понял, сделана данная расцветка, данные скины пушки специально для игроков СНГ. Можно купить набором. Вот. Что касается доната, ну вы понимаете, да, то есть шутер более-менее новой локализации, поэтому какого-то анального доната здесь ожидать не приходится. В основном какие-то скинцы, ускорители, возможность что-то раньше открыть. Такой, в общем, донат сбалансированный, ничего сверхъестественного. На данный момент я, в общем, ничего такого не вижу сверхъестественного. Ну и почти наверняка не будет, потому что сейчас это уже не модно. Как бы... Headshot, детка. Double kill. Что касается последнего нашего знакомства с ним, да, первого точнее знакомства, с тех пор я не знаю даже, что изменилось, потому что я не помню всех тонкостей, но, по-моему, Ракутагин, больше контента стало. Ты что, прицел не используешь? Капитан Очевидность, понимаешь, данная игра компромисс всего и вся. Здесь можно играть а-ля Counter-Strike. Да, конечно, прицели вроде как в некоторых моментах я заметил поточнее, но в принципе можно от бедра стрелять, это тоже катит. Здесь, как вы видите, бегать надо с ножом, но здесь не надо постоянно кликать на кнопку ножа, чтобы бегать. Есть специальная кнопка, кнопка рывка, ты ее зажимаешь, и у тебя персонаж бежит. Как только отжимаешь, персонаж снова берет в руку штурмовое оружие. Поэтому проблем нет вообще никаких. То есть интересно так сделано. Тут, кстати... Блин, как так-то получилось, сука? Я не знал, что эта фигня простреливается. Да, нифига у нашего красавца какая штука. Это скинец такой, что ли? Вот это капитан Динго, ты смотри, что он делает. Вообще красавчик. Ладно, Рачок, я понимаю, что в игре есть наша родная, отечественная, да, можно, да, сказать, расцветка «Бабушкин ковер», но много ли в игре отечественных же пушек? Капитан Очевидность, на данный момент не знаю сколько, но, судя по всему, реально много. У меня уже 4 пушки. За то, что я зарегистрировался, как я понял, мне подарили АК-47, бабушкин ковер. А также в этой же расцветке у меня, как вы видите, сейчас АК-12. Потом еще АЕК здесь автомат есть наш. А еще есть АК-74М у меня. У меня все эти пушки. 4 пушки, все отечественные. Не знаю, сколько всего наших пушек, но вообще, как я понял, арсенал здесь весьма приличный. Еще много обвесов. В этом плане, как бы, да, контент очень разнообразный. В этом плане очень круто. Вопросов никаких не имеет, все точно. Тихо. Вы знаете, я не помню, каким был подрыв, потому что я его не играл. И был ли он вообще раньше? Я что-то не могу вспомнить, когда он в Steam я пробовал игру. Вот эта карта достаточно симпатичная. Вы знаете, я должен ответить, реально, карты на подрыве интересно сделаны. Единственный вопрос, я не знаю, минус это или плюс. А, это свой, да? Ну ладно. Хорошо, что Friendly Fire нету. Есть один вопрос у меня. А почему они такие большие? На подрыве реально карты какие-то большие. Ну, мне так кажется. Вы знаете, если сравнивать с той же Барфасито, они здесь все как... Не знаю, как фабрика, наверное. Ну, пипец, они здоровые карты вообще. Такие перетяжки. Кстати, долгие. Кстати, бро, сколько раундов здесь в подрыве? Здесь, я не знаю, сколько раундов, сколько лимит, но я знаю, что здесь
ограничение у нас по победам идет 8 побед. То есть здесь подрыв, я засекал, я сыграл уже каток 5. Ну, в принципе, это немного, я карт вообще еще не знаю. Но здесь примерно подрыв длится от 15 до 20 минут в среднем. То есть подрыв достаточно долгий. Такой долгий, тактичный, в принципе, интересный. Мне нравится. Годненько. Чем это они? Гранатометами? Подствольниками обстреливают. Хитрые жопы, ребятки, да. Тут, кстати, киллстрики есть, но на подрыве они, конечно, не активны. Да ладно, идите в задницу, ребята. Блин, так не видно, где они там сидят. Хм, сочно. Давай-давай, братуха, давай. Давай, ты снайпер, отработай их, ты можешь. Давай, братан, держись, бро. Давай, ты красавчик. Давай, снайперюга, работай. Вот, ракуха, теперь ты точно в жопе. Теперь я реально в жопе. Блин, я один остался. Ладно, карту я не знаю, попробую вот это сделать. Есть у меня одна мысль, по-моему, тут выход. Во-во-во-во-во. Headshot, baby. Да, тот, ну, случай, когда даже придираться не хочется. В принципе, да. Good try, bro. Ну, на самом деле, попытка так себе была, если честно. Вот это, кстати, у нас АК-74М. Сочненький, да. Попытка так себе была, почему? Потому что я не знаю карты. Карту надо знать, надо практиковаться, надо понимать, какие где перетяжки, сколько занимают те или иные движения какие-то, да, тактические, в общем, тайминги надо знать. Я ни хрена этого не знаю, поэтому... Кстати, а чего, тут режимов много? На данный момент, капитан очевидности, я вижу здесь 5 режимов. 3 основных, командный бой, местная доминация, масштабный режим 16 на 16 играет, представляете себе? И вот этот подрыв 5 на 5. И еще есть 2 рейтинговых режима, но я в них пока не играл. Я не знаю, что там как. Так? Потому что надо докачаться на них, а я еще не докачался. Ой, сок самый пошел. Вообще хорошо. Я еще и гранаты одного убил. Дабл килл где-то, чучка, да. Так. Блин, непривычно, конечно, регена хп нету. Ну вы поняли, да? Хп не восстанавливается, но ничего страшного. С одной стороны, так оно, знаете, по олдскулу, так тактичнее. Фига, как туда забрался. Видели, куда наш забрался? Молодец. Так, у нас взрывчатка. И неплохо бы ее на плент поставить, я думаю. Надо бы заминировать. Так. Ага. А, никого. Все, можно ставить. Можно смело ставить. Да. Давай, голубчик. Красавчик. Анимация прикольная. Так. Забавно как-то. Вроде игра локализована, а озвучка до сих пор английская. Ты знаешь, в некоторых играх, и не только мультиплеер, но и синглплеер, оставляют английскую озвучку. Иногда даже на этом разработчики настаивают, считают, что это, ну, более правильно. А может потом поменяют, кто знает. Все! Нагнуто где-то, да? Я осваиваюсь, Кэп, я осваиваюсь и начинаю гнуть, не без этого. Друзья, напишите в комментариях, а вы вообще пробовали Black Squad? Как вам? Многие меня просят, причем после того, как я записал видео по данной игре, аж если память не изменяет, это был сентябрь, друзья, да, это был сентябрь 2017 года, я записал Black Squad, и до сих пор люди регулярно пишут мне про эту игру, то есть, как я понял, многим зашла, они типа хотят в нее играть там, хотят, чтобы я видео снимал. Напишите честно, вам правда это интересно? Если кто не пробовал, попробуйте. Играется она интересно, то есть, ну, в принципе, мне нравится. Я даже не могу, знаете, вот, то есть, не могу определить, какая она. То есть, в ней есть все. В ней что-то от колды, в ней что-то от контры, в ней что-то, не знаю, может, даже от варфейса. То есть, она как бы все собрала. Все собрала. И я не могу даже ее как-то... Хочется вроде сказать, что это типа кроссфайера что-то, да, так, внешне, на первый взгляд. С другой стороны, ну, качество графики здесь... Да, я... Это, как бы, да. Как это так было так что вообще? Это он! Ну нифига себе, он шпион. Как он так маскируется? Да пипец, вообще непонятно вообще, блин, где свои, где чужие. А я не знаю, ну просто, конечно, мы не привыкли. У меня также в контре было в начале, когда я играл. Потому что можно перепутать, там модельки далеко, когда маленькие. Ладно, привыкнем, будем нагибать. Давай, братуха, давай, тащи. Ай, красавчик наш, молодец. Магиот. Так вот, графика здесь красивая на самом деле. Ну, приятненькая такая. Мне лично устраивает вполне. Что касается стрельбы... Кстати, модельки оружия симпатичные. По-моему, да. Они немного графон подкрутили, да? Ты знаешь, вот я скажу так.
Я не могу вот сказать, что по моделькам, что они подкрутили. В принципе, модельки оружия и раньше были хорошие. А вот что касается карт, то вот эта карта, она выглядит намного лучше, чем тот ангар, на котором мы играли в 17 году в эту игру. Как я понял, новые карты, они, соответственно, сделаны с новыми текстурами, с новыми какими-то, может, технологиями и так далее. И они реально красивее намного. То есть, ну вот то, что я сейчас вижу, это уровень там, не знаю, CSGO тот же, колды какой-нибудь. То есть хорошо смотрится, реально годно. Красиво. Модельки персонажей тоже нормальные. Такой, знаете, в первое время, когда играешь, непонятка возникает. Вроде игра с современным таким графоном, годненьким, модельками, все такое, режим прицеливания. А сам геймплей, он такой, знаете, более классический, более старый шутер напоминает. Типа Crossfire или Counter-Strike. То есть вот как-то так. Что-то такое непонятное. Но в принципе играется реально бодро. Мне нравится. Так что попробовать можно, если вам интересно. Так. Где-то вот здесь, по идее, должны пойти. Сочно! И проще, надо сваливать только. Кидаем. Не-не-не, ты рано вышел. Блин, да, вот тайминги все-таки не знаю, кто как может еще. Скорость персонажей все не выучено. Но это ноги. Да. Наши затащили. Мы молодцы, кстати, я же хорошо сыграл, сука, на удивление. Обычно я тут ракую. Потому что я ничего не знаю, ни карту, блин, ничего. Стрелять еще не могу. Да. Галку и два ежа в придачу. Две звездочки. Да. Сочненько. Так. Ну, неплохо. На своей команде я на втором месте. А по помощи я ну, лучше что, в этом матче. Какие у тебя прогнозы? Взлетит Black Squad в СНГ или нет? Я думаю, что залетит. Я думаю, что сюда перейдут многие игроки, которым нравится, скажем, Crossfire или Point Blank. Но эти игры уже морально давно устарели. И по графону, и по анимации, и по всему. Они точно сюда перейдут. Перейдут ли сюда игроки, скажем, из Warface или Iron Sight'а? Кто-то может, вполне. Кто-то может. Почему? Потому что графон здесь, опять же, он достойный, если ставить все на высокое, на ультра. Здесь вполне хорошая и приятная картинка. Новые карты, которые вот сейчас, как я понял, добавили, они смотрятся тоже достойно по сравнению с современными шутерами. И, в принципе, здесь много контента, что немаловажно. Что немаловажно. Так что говорить, что этот шутер всех порвет, нет. Но однозначно он найдет свою аудиторию. И однозначно, действительно, люди будут в него играть. Я думаю, найдутся именно фанаты, поклонники, которым он очень зайдет. И которые будут здесь проводить весьма немало времени. Кто пробовал, напишите, понравилось ли вам. И напишите, хотите ли вы вообще пробовать Black Squad. И немаловажно, стоит ли мне его снимать. Если да, то я вот подумываю, на втором канале у нас только сингл. Может быть, раз в недельку пилить туда видео по Black Squad? Почему бы и нет? В любом случае, если данное видео было по каким-то причинам интересным, а может быть просто ритмичным, мелодичным и прикольным, то ставьте лайки. Это по желанию, как хотите. Яйки чешите. Это обязательно. Без этого, сами понимаете. Просто никуда. Вступайте в нашу армию, нагибайте все. Увидимся. Пока.